В детской поликлинике города Видное состоялась 4-я областная конференция врачей-урологов-андрологов. Проблемы, решаемые этим направлением медицины, напрямую связаны с демографией. Ведь по статистике последних лет мужское бесплодие превышает женское. Подобные конференции – возможность поделиться опытом и анализировать работу данного направления медицины в регионе в целом. О том, что демографическая ситуация зависит не только от желания иметь детей, но и от возможности воспроизводить потомство, и что причины бесплодия часто следует искать в детском периоде, а то и до рождения, медикам известно. Именно поэтому диагностике и лечению андрологических проблем уделяется огромное внимание. Детский и подростковый возраст наиболее уязвимы с точки зрения формирования таких репродуктивных расстройств, которые по достижении репродуктивного возраста уже не всегда могут корректироваться. А потому половая система мальчика особенно нуждается в защите. Много меньше причиной бесплодных браков является женщина, чем мужчины. Сейчас мужчины являются причиной бесплодных браков где-то в процентах 60. Причины урологических заболеваний часто выявляются еще в период беременности матери. И уже на ранних сроках беременности и далее, если выявляется различная урологическая патология. И начинается мониторинг таких плодов. И у нас уже сформировалось такое направление в детской урологии, как плод пациента. То есть мы уже ждем рождения новорожденного, он уже с урологическим диагнозом. Далее эти дети находятся под пристальным вниманием специалистов. Одним необходимо срочное оперативное вмешательство, другие наблюдаются у врачей-урологов. Врачи, которые ежедневно сталкиваются с данными проблемами, сегодня используют самые современные методики и технологии. А подобные конференции – возможность поделиться наработками и опытом с коллегами. Всегда нужно двигаться к чему-то вперед. Появляются новые методики в лечении, новые методики обследования. И надо отдать должное тому, что у нас в районе есть люди неравнодушные о том, что мы беспокоимся. Среди врачей, урологов, андрологов много молодых мужчин. Специальность пользуется популярностью в связи со своей высокотехнологичностью. Это медицинское направление находится в стремительном развитии, что также привлекает молодых врачей. Участники конференции – врачи с разными подходами к решению одинаковых проблем. Подобные мероприятия – это также возможность подискутировать, ведь в споре рождается истина. Но в одном медики уверены точно – стоит затратить усилия и средства для лечения, чтобы нынешние мальчишки уходили во взрослую жизнь с возможностью дарить женщинам самое дорогое – любовь и детей. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.